Всем привет! Видео давно не было, снимать сильно нечего было. И вот случай подвернулся. Давно хотел себе ситечко купить, все с Китая руки не доходили приобрести. Ну, для заброса хмеля на кип и на сухое хмеление. Зашел всем известный фикс прайс и обнаружил вот такие ситочки. Сито. Сейчас покажу. Ну, я думаю, понятно здесь. Одевается и немножко прокручивается. Все, она стопорится в этом положении. Вот за край можно его прикрепить. Ячейки. Ну, вот такие. Я думаю, пойдут. Ну и приобрел сразу их. 3 штуки. У нас они 100 рублей стоят. Мне кажется, кажется, будут очень удобные. Для 100-литровой варки мне их хватит. Так что, если кто-то вдруг что искал, можно найти и у нас. Не очень дорого. Ну все, пойду варить. Закидывать, пробовать. Вот вблизи покажу ситечко для специй. Вот производитель. Для нашего дела самое оно. Всем пока. Спасибо за подписку.